Кирилл Герасимов мечтал служить родине с самого детства. Молодой человек поступил в юридический институт, руководствуясь своим личным выбором, ведь в его семье нет военных. Грамотные, высококвалифицированные преподаватели сделали из юноши крепкого и слаженного офицера. Вскоре ему придется работать с людьми, которые отбывают наказание за различные преступления. Но Кирилл готов ко всем предстоящим трудностям. Учитывая тот багаж знаний, который вложили за обучение 5 лет в институте, для меня и так далее, мне будет... В принципе, наверное, с этим легко справиться. Приложу по максимуму все усилия. Родители выбор сына поддержали. Они уверены, служба в уголовно-исполнительной системе – работа для настоящих мужчин. Это и стабильность, это и перспективы роста. Это и гарантированная зарплата, что немаловажно в нынешнее время. По словам руководителей вуза, нынешние выпускники дисциплинированные, целеустремленные и точно знают, чего хотят. Во многом это заслуга преподавателей. На базе института трудятся кандидаты наук, доктора наук, люди, имеющие большой жизненный опыт, которые стараются передать молодому поколению. Ну и, соответственно, будем надеяться, что в дальнейшей своей служебной деятельности они будут этим руководствоваться и будут нести с гордостью честь и достоинство Самарского юридического института. В этом году юридический институт выпустил 224 специалиста. 27 из них останутся в Самарской области. Остальные будут служить во всех регионах России. От Калмыкии до Приморского края. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.